Так, я уже давно наблюдаю за этой бабулькой, которая тут сама живет в этом домище. Прям реально огромный домище за городом. Бабулька вообще слепая, ничего не понимает в этой жизни. Дедульки у нее нету. Мне кажется, как раз таки идеальная, просто идеальная жертва для аниматроника. Так, сейчас надо как-то втереться в ее доверие и захавать ее. Мясо, конечно, у нее жестокое будет. Жесткое, старое, но сойдет, сойдет. Голодающему аниматронику вообще все по барабану. Так, надо придумать план, как мне попасть в нее дом. Ее дом. Так, ладно, 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 сейчас что-то придумаю, сейчас что-то все будет. Эх, старость не радость, бабулька старая стала, ничего сама не может делать, еще и очки потеряла, очки ни хрена не вижу. Ой, где мой внучок? Где он? Когда же он приедет к своей бабулечке? Бабуль, 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 я тут, бабуля, я приехал, бабуль! Внучок, это ты? Внучок, да, внучок, ты что, меня не узнаешь, бабуль? Ты какой-то стал немножко другой, какой-то... Подожди, а где твои очки, бабуль? Все нормально? Бабуля. Бабуля потеряла очки, бабуля старая. Потерял, ну хорошо, это хорошо, бабуль. Так, вот. Как ты вымахал, какой большой, а зубы-то такие большие. Да, давно мы с тобой не виделись, бабуль. Ты прям потолстела немного, такая пышечка стала, сойдется. А что какой-то голос другой? А, да, ну как бы... переходный возраст, голос меняется. Все нормально, бабуль, не переживай. Ну ладно, ладно, пойдем, внучок, пойдем ко мне. Пойдем. Пойдем, пойдем, бабуль. Так, как твои дела вообще рассказывают? Как ты там проживаешь? Да я, вот нормально поживаю. Не, фигня. Нормально, бабуль, поживаю, все нормально. Вот в городе вообще уже людей нету. Все куда-то уехали. Вообще не с кем дружить. Внучок, внучок, ты кушать не хочешь, не хочешь кушать? Я хочу, бабуль, но нет, овощи, фрукты, хлеб, это не для меня, я мясо хочу, бабуль. О, внучок, вот хорошо, что ты пришел, мне как раз тут помощь нужна, пойдем, пойдем быстрее. Какая помощь, бабуль, я не пришел помогать тебе, бабуль, я за другим... Внучок, ты что, не любишь бабуля, ну пойдем быстрее, быстрее. Бабуля, ну давай только быстро, а то я проголодался. Ой, ударилось, стекло ударилось. Так, куда, что, бабуль? Пойдем, быстрее, я быстрее забыл. Короче, внучок, у меня куры мои, вот эти. Да, они озверели, понимаешь? Они вообще с ума сошли. Я их покормить тебе даже не могу, тут нужно... Пойдем, быстрее. Куры? С ума сошли? В смысле куры? Да, вот смотри, куры, ну ты подожди, ты только к ним не подходи, вот залази. Наверх, залази. А не, бабуль, а давай ты за, если, они вообще как кусаются или что? Ой, какие страшные звуки. Да, они вообще опасные, эти вообще. Да, бабуль, залезай, только смотри, не упади, бабуля, смотри, не упади. Ты тоже залезай, ты тоже. Да, вот, да, ты да. Ты только аккуратно их корми, потому что они, говорю, озверели, вот ты залезай и корми. А, бабуль, а давай ты первый, а ну подойди, посмотри, что там такое. Ну, я-то подошла, посмотрела. Вот, еще да. ближе. А, бабуль, спаси меня, бабуля! Бабуль! Куда? Бабуля! Внучок, стой! Внучок, ты как, внучок? Куры! Бабуль! Куры вообще с ума сошли, озверели! Демоны проклятые вселились! Ты как, внучок, ты как? Как я тут оказался? Что вообще было, бабуль? Я говорю, куры ненормальные, они тебя вырубили, короче. Ты тут, я смешнулся. Вот. Чё-то мне плохо, бабуль. Ой, бабуль, принеси водички или еще что-то такое. Ой, может тебе бинты принести, если ты какой-то весь пораненный? Ой, да, может, давай, бабуль, только быстро, давай за бинтами сбегай. Ты подожди, ты здесь, я быстро, я сейчас, 2 секунды, подожди. Давай, я тут буду, да. Так, пока бабуля сгоняла домой за бинтами, мне надо как-то придумать, как же ее грохнуть. С курами не получилось. Так, туалет. А если я тут подкоп какой-то сделаю в туалете и толкну ее в этот туалет, она там застрянет, я ее смогу как-то убить. Морит с голоду, она потом сдохнет, я ее тоже смогу сожрать. Так, мне кажется, идеальный план. Так, хорошо, подкоп я уже сделал, сейчас надо дождаться бабульку. Бабулька придет, и я ее толкну сюда в туалет. Так, все, хорошо, буду ее ждать. Вот тут. Бабуль, ну ты где? Бабуль!
Чё? О, бабай! Давай, давай быстро, чё-то неплохо. Куда, куда, не туда, ой, я туда бегу, или чё-то бабулька, тут проблема, бинты подождут, бинты, иди сюда, бабуль. У тебя тут поносный потоп сзади туалета, сзади туалета. Поносный. Вот тут, иди сюда, вот тут, прорвало просто, вот смотри, вот тут прорвало. Не вижу ничего. Да тут, бабуль, посмотри, вот тут, вот тут. Да, вот тут, вот тут прорвало просто, видишь, оно. Бабуль, ты ближе подойди, вот тут смотри, как-то. Просто говном зашкварило. Да чё ж такое-то, бабуль, вытащи! Витёк, иди сзади! Витёк, подожди! Мне нужно за лестницами! Я не знаю, сиди здесь! Так... Я быстро! Бабуль! Витёк, я бегу, подожди, Витёк! Сейчас, я быстро! Давай. Что делать? Что делать? Бабуль, кто это тебя тут такой в туалете? Что такое? Что? Кто это бабуль? Такой у тебя тут, бабуль? Витёк, вылази быстрее! Бабуля, кто там у тебя тут такой? Вылази, Витёк! Так как я вылезу? Как я вылезу, бабуля? Внучок! Я вижу! Иди, что там? Внучок! Ну как ты, внучок? Ой, бабуль, где? Бабуль, где я? Бабуль! Внучок, ты там как-то ты упал куда-то, вырубился, вот я тебя сюда перетащила. Да я в туалет упал, там монстр какой-то был в туалете, понимаешь, монстр! Какой монстр? Да там никого нет, ты просто показалась, внучок. Я не такое в жизни видел, но я обосрался, честно тебе скажу, бабуль. Ой. Понимаешь, бабка старая, ты вообще нифига не видит, еле как тебя сюда тащила, ты давай восстанавливайся, ложись, ну давай, внучок. Ща, хорошо, я полежу давай, немного, да. Да все, не надо, не тискать. Короче, лежи, я сейчас быстренько пошла делать тебе супчик, а ты главное лежи и восстанавливайся, хорошо, никуда не уходи. Хорошо, я буду тут, я пошла, я пошла. Так, пока бабуль пошла, надо придумать себе план. Как мне ее грохнуть? Не получилось ее курам скормить, не получилось ее в туалет толкнуть. А может как-то ее травануть? А как ее травануть? Мне кажется, это самый лучший вариант. А если я за мухоморами в лес бегаю или за какими-то галлюциногенными грибами? И реально ее как-то травану, и тогда вообще изи будет ее убить. Да, я, наверное, сейчас реально загоняю за грибами. И травану, бабуля пускай туда варганит, а я ща вернусь. Так, отличные грибочки возьму, как можно больше, вот не знаю, ну, где-то, ну, по 5 грибочков, мне кажется, хотя бабуле я вообще все дам, которые тут есть, вот мухоморчик, это галлюцин, да, так, хорошо, надо идти к бабуле, сейчас я накормлю грибами, и потом завалю, да. Бабуль, я тут, бабуль! Иди сюда. Ты куда пошел? Тебе же лежать нужно. Да, не, бабуль, но я решил тебе помочь, я для супчика грибочков нашел. Смотри, грибочка, видишь? Ну давай грибочки, а в супчик положу. Не, бабуль, это не для супчика, это очень полезные грибочки, они очень полезные, честно. Их просто надо под язычок положить и проглотить. Давай. Держи, бабуль, держи так. еще. Ага. Просто в рот и хомячи. Ну чё, как, бабуля, нормально себя чувствуешь? Да, вкусненько, в принципе, мне нравится, так, да. Это чё, это обычные грибы, что ли? Ну подожди, бабуль. Ну, знаешь, я тут давно как бы уже живу, мы тут с дедушкой, и прах ему пухом, и пухом, и прах, мы с ним постоянно грибочки всякие галлюциногенные употребляем, и скучно же его. Так это все же галлюциногенные грибы были? Да! Твою мать, а! Бабуля! Это как? Ой, внучок, ты лежи, расслабляйся, понимаешь? Чай умоешься, понимаешь? О, бабуль, как это когда отпустит, бабуля? Ой, да ты не лежи, ты не ходи, бля. Ай, ты, бабуля, это мне страшно. Подожди, все хорошо. Через 2 часа отпустит, подожди, полежи. Так, где я? Да куда ты? Бабуля, не Да посиди, да получай удовольствие. Бабуля, кто за это ответственный, бабуля, когда все про... Я ничего не просрал, бабуль, подожди. Все нормально, все хорошо, внучок. Ложись, внучок, не переживай. Подожди, все на месте, все нормально, ничего не понимаю. Да, что, ложись. Подожди. Все нормально. Ладно, куда ты пошел? Да нет, бабуля, я не могу, я не могу.
Да я не могу на месте сидеть, понимаешь? Бабуль, что это вообще такое? Куда ты пошёл, дебила, кусок? Бабуль, все нормально, бабуль, с тобой все нормально, бабуль. А со мной? Ну просто великолепно. Я все, я понял. Я посижу, понял. Да. Что, сиди, ложись. Давай. Ой, ну чё, внучок, просыпайся! Всё, как тебе, как тебе? Отпустила, отпустила, внучок. Ой, слава... Бабуль, ты даже не представляешь, что я видел. Тут все, короче, крутилось у меня, мир крутился. Да я в жизни такого никогда не видел. Эти грибочки каждый день хавалось, дедуля. Эх, были времена. Ты знаешь, это наше нелюбимое занятие было. Мы другим занимались постоянно. Каким другим? Какое у вас любимое занятие могло быть? Ну, у нас как бы два любимых занятия было, да. Эх, мало, ты меня. Нам еще нравилось, мы стреляли с ружья там по уточкам, по всяким. С ружья стреляли? Подожди, а дедуля вот умер, а ружье свое оставил дома? Ружье? Да, да, пойдем покажу, как решать. Да, да, давай, давай, быстрее, давай, бабуль. Вот давай. И тебя научу стрелять заодно. Вот, пойдем. Ой, бабуль, что-то у меня после грибов язык распух. Нормально? Да, это нормально, ты не переживай, как будто побочных эффектов много. Может, еще галлюцинации быть. Смотри, а ну иди сюда, ну иди, да. А ну подойди. Эх, бутылка шевелится, а ну скажи мне. Ну, вот раньше, да, сейчас уже отпустила, сейчас уже все нормально. Ну ладно, пойдем, пойдем, быстрее, пойдем. А я вижу, ты прошаренная в этом, да, бабуль? Так, сюда, быстрее. Так, ну, давай. Ружье, ты мне главное ружье, да, я. Да, ну давай, залази. Застрелю. Вот. Где? Ну вот, смотри, тут в сундучке, вот, короче, оружие, бери, стреляй, сука, блин. Оружие. Да. Ладно, Куда, не туда стреляешь, вот по уткам стреляешь. Да, блядь, да чё не стреляет-то, бабуль? Так ты просто умеешь, удай мне ружьё. Да дебильное ружьё твоё никак не получается. Да я тебе зарежу сейчас. Вот смотри, вот так вот его заряжаешь, вот сейчас вот тебя пульт вставляешь. Бабуль, только в меня не целься, бабуль, нет, отдай. Бабуля просто слепая, бабуля. Да не, бабуль, нет, отдай мне ружьё. Да какая уточка, бабуль! Внучок, просыпайся быстрее, внучок, сейчас еще раз выстрелюсь, не пускаешь. Даже бабуля, подожди, бабуля, ты что, меня стреляла, бабуля? Внучок, прости, просто бабуля, как будто шлепая. Ой, подожди, ты иди в дом сейчас, подожди, ой, живот да прихватило, я... сраные грибы. Ай, сейчас, подожди. Ой, ну ты давай, иди, я тут топор какой-то найду. Очки нашел, очки. А я топор нашел, бабуль. Ты выходи, у меня тут топорик есть, наконец-то. Давай. Подожди, бабуля какает. Давай. Так. Ой, ну что, бабуля? Ты кто нахрен такой вообще? Я выложил топор. Бабуль, внучок твой. Какой ты внучок? Ты что, думаешь, слепая, что ли? У меня вот мои очки есть. Ну смысл, бабуль, мы с тобой уже второй день вместе живем. Давай, внучок, а ты да, говори! Да внучок, я твой внучок, я просто вырос! Давай! Бабуль, как внучок, я твой, ты что забыла, бабуль, ты вообще с ума сошла! Грибами еще накормить! Да какими грибами, бабуль! Да тебя сейчас пристрелю сюда! Да, бабуля, это ты отстань! Куда? Бабуля! Да, отстань! Бабуля, нет! Я тебя нагоню! Бабуля, не пробах! Да нет, отстань, бабуля! Не надо! Нет, пожалуйста! Да не надо! Куда иди? Куда пошёл? Ах ты, падла! Бабуль, нет! Бабуль, пожалуйста! Остановись!